Коммунальные службы к зиме готовы. В Нарьян-Маре прошло заседание комиссии региона по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Недоработки в проектной документации ставят под угрозу завершение строительства новых дорог. Время новостей на телеканале «Север». С картиной дня вас познакомят наши корреспонденты. В студии Алина Вучейская. Тепло будет. На сегодняшний день все жилые дома подключены к отоплению. Но подготовка жилфонда и коммунальных сетей продолжается. Такие данные были сегодня доложены на заседании комиссии региона по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В муниципалитетах подготовка идет по запланированному графику. В Нарьян-Маре уже запущены все котельные. Напомню, по распоряжению мэра города, отопление в жилых домах должно быть подано с 24 по 31 августа. Тепло уже и в учреждениях. Но работы по подготовке к зимнему сезону продолжаются. На сегодняшний день полностью готовы к зиме дома управляющих компаний «Нарьян-Марстрой», «Комисервис» и «ТСЖ Комфорт». Остальные компании обещают завершить работы до 15 сентября, заверила мэр Нарьян-Мара Татьяна Федорова. Город будет готов в установленные сроки, потому что есть некоторые недоделки, которые у нас в ходе проверки выявлены. Они в сегодняшний день устраняются, поэтому в установленные сроки город будет готов. Завершается подготовка к зиме и в Заполярном районе. Северный завоз почти выполнен. Осталось доставить топливо и ГСМ в восточные населенные пункты региона. По словам главы администрации Заполярного района Олега Холодова, затрудняет доставку шторма и учения ВМФ на море. На сегодняшний день сельские поселения на 95% обеспечены углем, на 77% дровами и на 70% дистопливом. Масел и смазок завезено более 70%, а бензина 67% от общего объема. Остается нерешенным вопрос доставка дистоплива топлива в Хангурей и Каменку. Обеспечению двух дизельных электростанций Хангурей и Каменки, это принадлежащих на Ренаты, топливом. В техническом состоянии они там частично подремонтированы, и опасений вроде нет. По финансовому состоянию на Ренаты у них есть небольшие задержки по оплате. И тут ситуацию контролируем, конечно, но на сегодня пока четкой даты обеспечения дистопливом пока нет. Чтобы быть в курсе подготовки региона к зимнему сезону, 28 августа пройдет селекторное заседание, на котором посредством видеоконференц-связи примут участие главы всех муниципалитетов Ненецкого округа. Алена Валерия, Леонид Шишилов, телеканал «Север». Недоработки в проектной документации ставят под угрозу завершение строительства новых дорог в этом сезоне. Если основную транспортную артерию от центра до окружной столицы до поселка Искатели этим летом успели привести в порядок, то в микрорайонах Кармановка и Авиаторов не все так гладко. Ну, для маленьких машин, конечно, это очень неудобно. Ну, а мы на такой-то проедем. Ну, неудобно, естественно. Этот мужчина рассказывает про очередные неудобства в районе улицы Рыбников, которые появились после начала строительства проезжей части на этом участке. Две основные беды России – дураки и дороги – опять не дают покоя автомобилистам. Проектировщики этой дороги явно с хорошим чувством юмора и креативной жилкой. Мало того, что бордюры здесь довольно-таки высокие, их высота составляет примерно сантиметров 30 от земли, и непонятно, как люди будут выезжать из своих гаражей. Так еще и упирается эта дорога в тротуар. Вот она, тонкая грань между пешеходной зоной и проезжей частью. За проектно-сметную документацию по строительству дороги в этом районе отвечает управление городского хозяйства. До руководства нам дозвониться в течение дня не удалось, начальство все время на рабочих выездах. А господин Александр Гончаров, который курирует ремонтно-строительные работы на участках, принадлежащих мэрии, утверждает, что все проектные документы прошли госэкспертизу, ссылаясь на Госстройжилнадзор, в частности, на руководителя инспекции Сергея Вытовтова. На камеру, впрочем, Александр Васильевич то же самое сказать постеснялся. А вот у главного инженера Нарьян-Мар-Дуримстроя по этому поводу мнение другое. Есть небольшие изменения, не только недоработки. Допустим, вот на улице Рыбников, дорога проходит между гаражей. Как будут люди выезжать из гаражей, мы не знаем. Также на улице Рыбников стоит опора прямо в теле земляного полотна. Проектом ее вынос этой опоры не предусмотрен. Но мы практически решаем вопросы сходу, с листа, вот, связанные с институтом, и все эти вопросы решаем. То есть, а вот там есть такой еще участок, где, получается, проезжая часть уходит в тротуар. Это так и должно быть? Нет, так не должно быть. Сейчас это находится на согласовании в институте. Мы эту заявку подали 2 месяца назад. Здесь кое-какие у нас были вопросы. Сейчас эти вопросы решены. Институт нам должен выдать на следующей неделе буквально решение.
Изменением проектно-сметной документации по участку дороги в районе улицы Рыбников занимается архангельская фирма «Севтрансстрой». Впрочем, это не единственная недоработка. При строительстве дорог постоянно возникают проблемы из-за неучтенных инженерных сетей и различных строений. Так, в микрорайоне Авиаторов дорожникам пришлось смещать ось дороги в связи с тем, что одна из тепловых камер оказалась на месте планируемой автобусной остановки, а второе такое сооружение разместилось на проезжей части строящейся дороги. По словам Владимира Низева, о большинстве недочетов было известно еще в прошлом году, но городские власти не спешили с доработкой проектной документации. О том, что ошибки проектировщиков тормозят процесс строительства автодорог и требуют дополнительных финансовых вложений, губернатору на очередном оперативном совещании доложил руководитель Наринмарду Римстроя Владимир Низев. Глава региона Игорь Кошин ситуацией был крайне возмущен. Заказчики, которые принимают и реализовывают некачественные проекты, должны нести персональную ответственность и полностью взять на себя возникшие дополнительные расходы. Успеют ли дорожники в срок выполнить работы, остается загадкой. Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север». Поздравление с 90-летием от президента Владимира Путина получила жительница Ненецкого округа. Правительственную телеграмму Нина Пашкина прочитала без очков, ведь в свои 90 лет она очень много читает. Наша съемочная группа разузнала секрет долголетия. Новые знания, опыт и возможности в Ненецком округе подводят итоги по всероссийским и международным молодежным форумам. Импортные средства бытовой химии по всей России теперь в дефиците. И причина не в повышении спроса. При исследовании стиральных порошков, моющих и гигиенических средств Роспотребнадзор установил, что они могут угрожать здоровью россиян. Под запрет попала продукция Henkel Rus, Невская косметика, Procter & Gamble, Colgate Palmolive и других компаний. В Роспотребнадзоре сообщают, что некоторые товары, произведенные этими компаниями, не соответствуют российским требованиям по токсикологическим показателям безопасности. В нашем регионе массово с полок бытовая химия пока не исчезает. Однако после получения разрешения на внеплановые проверки и изъятия продукции в окружной столице будет проблематично купить стиральный порошок «Персил» или средства для мытья посуды «Фейри». А пока ведомство просит жителей обратить внимание на название и производителя продукции, ведь при использовании данных средств может появиться раздражение на коже и слизистых оболочках. Новые впечатления и знания в этом году получили 50 жителей региона на 6 всероссийских и международных молодежных форумах. Они смогли пройти образовательные программы по различным направлениям. В их числе творческая деятельность, развитие молодежного добровольческого движения, социальные проекты, волонтерство и другие. Познакомиться с режиссером и артистами фильма «Батальон», принять участие в военизированной эстафете вместе с первыми лицами России. Найти единомышленников из разных субъектов Северо-Запада. Все это стало возможно для Павла Поздеева. Он был участником первой смены форума «Ладога», который проходил в Санкт-Петербурге. Не зря съездил, набрался какого-то нового, чтобы потом уже реализовать также в округе. Хорошо, что с нами съездил не только я один, у нас было несколько человек, представители с нашего округа, по разным площадкам. Разные в этом году были и места проведения молодежных слетов. В Санкт-Петербурге – Ладога, в Калининграде – Балтийский Артек. На Клязьме – Территория смыслов. В Сыктывкаре – Инноватика, Крохоль-2015, в Крыму – Таврида. И в Болгарии – Мы за мир во всем мире. Стать участником престижных форумов мог каждый молодой житель региона от 18 до 30 лет. Для этого было необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов и выполнить конкурсные задания. Хотя и это иногда не гарантировало стопроцентного успеха. На Тавриду, да, где был очень большой конкурс, мы писали для наших участников рекомендации, да, чтобы у них было больше шансов попасть. Потому что это все-таки был творческий форум, и там у ребят, которые живут в больших регионах, в крупных городах, у них все-таки больше возможностей. На форумах молодые люди были равны, все хотели получить новые знания и опыт, а также показать свои таланты. Теперь они могут воплотить в жизнь все, чему научились, но уже на территории родного Ненецкого округа. Алена Валей, Роман Делимарский, телеканал «Север». Президент России Владимир Путин поздравил жительницу Ненецкого округа, ветерана труда Нину Николаевну Пашкину. 25 августа ей исполнилось 90 лет. Наша съемочная группа побывала в гостях у именинницы и выяснила секрет долгой и счастливой жизни. Правительственную телеграмму Нина Николаевна прочитала без очков. В свои 90 лет она очень много читает. Секрет долголетия раскрыл сын Николай. Все время шевелилось, не сидела. Большую часть жизни именинница работала нянечкой в детском саду номер 2. Дети меня очень уважали, слушали меня. Воспитательница уйдет, меня оставит с ними. Я им читаю книжки, я их уважаю. Они очень меня любили. Очень. Если я уйду в отпуск,
приду, а другая нянечка работает, они ее не слушают, не хотят слушать. Нам надо Нину Николаевну, чтобы она скорее пришла. А раньше было тяжело все-таки? Очень тяжело, очень. Садик был холодный, все замерзало, спали в одеждах и все. Угу. Тяжело было, очень тяжело. Сад был холодный. Угу. Вот так. Но работу любили свою? Очень даже, очень. У нас свой коллектив был очень хороший. Она очень часто вспоминает свой коллектив и воспитанников второго детского сада, в котором работала до 60 лет. Нина Николаевна считает себя коренной жительницей округа, хотя родилась в Архангельской области. Родители привезли ее в округ еще ребенком. Виновница торжества считает себя счастливой женщиной. Ей повезло и в личной жизни. С мужем Яковом Романовичем они прожили 30 лет, воспитали 3 сыновей. У Нины Николаевны 5 внуков и 9 правнуков. Главное, чтобы здоровье. Не болело, поменьше болело. Ну, еще пожила, еще пожила. Пошли мы по ее стопам, тоже работаем в садике воспитателем, а дочка, внучка у нее заведующая детским садиком. Да. Все по этой стопе идем, продолжаем ее династию. Да, у нас самая лучшая мама и самая лучшая бабушка и прабабушка. Добрая, счастливая, радостная. А что бабушке пожелаешь? Добро, счастье. Здоровья, радость. От имени главы региона Игоря Кошина поздравительный адрес ветерану вручила заместитель губернатора Нинель Семяшкина. За вашими плечами непростая, но богатая событиями жизнь. Вы стойко прошли все ее испытания, а трудовой подвиг вашего поколения служит высшим мерилом патриотизма, нравственности и верности долгу. В день вашего знаменательного юбилея желаю вам крепкого здоровья и долголетия, и пусть всегда с вами будут рядом близкие люди, окружающие заботой и душевной теплотой. Поздравили именинницу общественной организации представителей образования «Союз ветеранов России». Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе последних событий. Напомню, телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+, Триколор, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Всего вам доброго!